Жизель невозможно приготовить один раз и всю жизнь танцевать одинаково. У меня было уже несколько этапов Жизели в моей жизни. Когда у меня Жизель была более нежная, когда она была более сильная, когда она сходила с ума по-настоящему, или когда она была просто в отчаянии и не понимала, как мир может оказаться таким жестоким. Когда у меня прошел первый спектакль, а первый акт заканчивается именно на этой сцене, когда от того, что Жизель сходит с ума, она умирает, я открыла глаза, когда занавес уже был закрыт, и я не понимала, как я... Все, я умерла вместе со своей героиней, я не представляла, как мне надо собраться и танцевать второй акт. Такие ощущения я не испытывала ни в одном спектакле. Я ухожу со сцены опустошенная. Я оставляю очень много своей души, частичку себя. Мое появление на сцену, я должен себе дать установку, кто мой Альберт. Я хотел... чтобы зритель верил в то, что я делаю. Потому что, когда ты выходишь на сцену, то ты сам должен верить в то, что ты делаешь. Ты не можешь выйти пустым. Если взять вариацию Альберта, это мольба о том, что ты сейчас доказываешь и сражаешься за свою любовь. Ты ничего не боишься, ты не боишься мира, то ты знаешь, что ты виноват. Ты делаешь диагонали к Жизели, что ради тебя я танцую. Потом мое направление опять к Мирте. И вот эти вот порывы от Мирты к Жизели, они очень важны. Тогда придается смысл того, почему я на сцене. Тогда вариация твоя оправдана. Балет Жизели очень непростой балет. Ее очень ранило это предательство Альберта. Умерла она только уже от того, что и сердце не выдержало от разрыва чувств. Все это прочувствовать, все это пережить. Конечно, прийти за 20 минут в антракт, почувствовать себя тенью, воздухом, парящим где-то в небе. А эмоции все бушуют. То есть уже Жизель умерла, а там все клокочет. Потому что оно все доходит. Надо как-то вовремя собраться, чтобы войти в новое состояние. Второй акт Жизель Велиса, она уже умершая, и она должна быть сдержанной в своей походке, в своих движениях, и в то же время широкой, воздушной, легкой, парящей. Она может показать свое отношение к Альберту через жесты, через хореографию. Я считаю, что тут не нужны сильные страсти, как будто она живой человек. Этого уже не нужно. Все, что она могла сделать, она сделала в первом. Потом вот так и заканчивается. Уходит, растворяется в воздухе, в никуда. Вот что еще сказать. Многие считают, что Жизель умерла, что это лишь какая-то оболочка. Лично я считаю, что это именно душа, которая жива и которая рассказывает вполне реальную историю, которая продолжается после ее телесной смерти. Это философская задача. Второй акт — это очень непростой, крепкий орешек.